28 августа 2021 года. Оренбург. Первый том антологии современной уральской поэзии. Аркадий Засперец. Супруги Тютчева красивы, как в небе ангелы зимой. Сердцам их суждены порывы, губам предписан зов немой. Супруги Тютчева волшебные, как феи, выйди из травы, но светы тихие молебны, и обе кажутся мертвы. И день, и непостоянство, их прочь, их фабрику несут. Печати сорваны с пространства, и лопнул глиняный сосуд. Закон последнего изъятия на лбы кладет им фолиант. И меркнут бархатные платья, и легкий газ, и гладкий бант. Так падай, Тютчев, на колени, взмолися пламенно, взреви, ведь жажда новых приключений, мучительней земной любви.